солнечных городов России. И прямо сейчас мы с вами познакомимся с первой восьмеркой. Синоптики подняли архивы за последние 30 лет и составили топ самых солнечных городов страны. Вы будете удивлены. Курортный Сочи не дотянул даже до 7-го места. Здесь солнце сияет примерно 211 дней в году. Это 8-я строчка рейтинга. На 32 дня его опережает Астрахань – 243 дня. 6-е место у Омска – 244 солнечных дня. На 5-м – Хабаровск – 250. Пляжи здесь с весны заставлены лежаками. Загар, говорят, отличный. Даже не надо летать куда-то, не знаю, в Таиланд, в Майами, здесь можно вот солнце, можно загорать. На 4-м месте Улан-Удэ – 251. Без панамки и очков на улицу лучше не выходить. Все свободное время местные проводят у водоемов и фонтанов. Это здорово, когда постоянно солнечно и очень мало пасмурных дней, даже зимой. На 3-м месте Владивосток – 271 солнечный день. 2-е место – Учиты – 274. А вот лидер рейтинга – город Борзых за Байкалье. Здесь солнце палит 277 дней в году. А в 2017-м – больше 300. Это рекорд по стране. Местные поливают огороды утром, в обед и вечером. А растения, которые только что посадили, обязательно накрывают. Нежные же листочки, они от солнца просто могут сгореть. Солнце куда больше за Байкалом, чем на Кубани.